сначала мы смотрим, кто и как у нас сегодня открывает нашу замечательную субботнюю трансляцию. Прекрасную и удивительную. No Type у нас открывает Futuring Canvas. На Produced by Shame Cheesy. Shame мне сводит треки. Супер. Супер хорошо. Чо-чо. Да? Чо там, чо там? Игривая мультяшная заставочка, да, которая нам что-то веселое, и как и название, да, как будто бы обещает. 24-го года трек. Начинаются потихонечку прям 24-го года, да. Короче, здесь у нас три трека у No Type. 40 слушателей, три трека, два из которых 23-го, один 24-го. Максимально начал недавно. То же самое, заберу 23-й, 23-й и 24-й, да. Ну, три косаря у Canvas слушателей. Короче, это жесткие фрешмены максимально, да, которые в 23-м году выпустили две песни, в 24-м вот одна. Написано следующее. Трек выходит 26.01, вчера, бро, прикинь, мы вот максимально практически успели. Называется No Type Canvas, чё-чё, будет на всех площадках, текст Genius тоже есть. Риса, люблю тебя, надеюсь, тебе зайдет. Спасибо тебе большое, бро, спасибо тебе большое. Телеграмчик тоже есть, да, No Type KKK, если что, написано так. Я тоже надеюсь, что мне зайдет, бро, потому что мне бы очень хотелось открыть стрим, интересно. Либо недавно, либо рестайл. Да. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что это такое. Так. И что у нас здесь? Здесь вот так. Я такой классный звук, смотрите. Вообще кайф. Красные наушники. Самые лучшие наушники. Да, динамические, самые прекрасные. Слушай внимательно. Что это вообще такое? Let's go. Damn, bro. Это Рик и Мартинс, и под них есть чинс. Нам нужны лишь чинс, как King Carson Beans. Yeah, looking for a guy, дам на энгэп, и на мне коллэп. Накрываю ртом, прямо этот бань. Посыпай луной, и I feel alone. Где же мой бас, стираю в порошок. То, что я мог, и мой брэш от друг. Ну я как бы понял, да? Чё, это бейт мой рядом в блок. Я хочешь быть поближе, не пиши, закину в блок. В блок, пока на хэтащи нахуй. Все твои гетто, ребята. У тебя руки холодные, Колбейн. Шея тяжелая, ведь у меня голдчейн. Правильно, yeah. Это неправильно, думай, то что не голд. У нее шея горит серебро. Вечер мешая, как табаку. Хай болит всю найт. Хай твой сок учу, она не знает, кто я. Скоро будет наверху. Есть, конечно, проблемы определенные с айдентикой, да, небольшие совсем, очень крошечные. Есть, да, небольшие проблемки. В целом, вы знаете, да, как это дерьмо должно звучать, явно фанаты вы этого стиля. В принципе, вы всех перечислили, ну, имеется в виду, жрет мой... Ну, я понял, да, что тут должно быть, как бы, да, но ты понял, да, что вот этот аспект оставляет такое, знаешь, пространство для манипуляций. Пространство для манипуляции, да, где мы можем слово «осудин», да, заменить на другое слово, и получится ха-ха, да. Чё-чё-чё, ничего, хоть фу, на мне это трик, я надел трик.
Да. Как-то так, короче, да. Пинаю кик, дёргаю глазом, тик. Это feel sick. Три во рту хэт-трик. Да-да-да, выписной гик. Ну да, бро. Я не думаю, что заставка подходит, да. Замечательная обложечка. Я не думаю, что она сюда подходит, потому что как будто бы она такая, знаешь, более рафлянская. Рафлянская, да, типа, бро. Нет ощущения, что это прям вот на серьезных щах репрезент. Хотя он тут на серьезных щах. Я думал, тут какой-то прикол нам закинут, да? Нет. Дёргаю глазом, тик-тик-тик. Да, в принципе, есть понятие. То есть, в принципе, это новички 100%, которые начали прям совсем недавно. Для новичков, которые делают третий трек, а это с большой вероятностью именно так, имеется в виду те, которые выпускают, и те, которые вот они придумали, они чувствуют ритм, они чувствуют, потихонечку стараются чувствовать харизму. И это очень неплохо. Реально, для третьего трека это неплохо. Для 24-го года и звучания в этом стиле для русскоязычного рынка с учетом наличия определенных групп, как будто бы так себе. Ну, вы это и так знаете, да? Но в рамках того, насколько это звучит, насколько это структура, ритм, да, насколько это вот... Вот это вот все. Да, отработка харизмы. Единственный нюанс сразу, который вот вы точно для, должны для себя понимать, это вторично. То есть прям точно, да, как бы вы должны настолько круто делать, чтобы просто переезжать вайпер вот просто вот так вот, да, и все такие, ебать, они вообще жестко переехали. Но там уже начинается история с позиционированием, история с личностями, история с самими артистами, ну, много всяких разных историй, которые нужно одновременно все переезжать для того, чтобы вот, так сказать, приняли, да, если мы говорим про коммерцию. Если мы говорим про музыку непосредственно для того, чтобы получать удовольствие, да, то ок. Погружение вот это. Джинс, тинс, бинс. Максимально простые рифмы, которые вот первыми в голову приходят. Скорее всего, вы так и зарифмовали. То есть вы положили определенный ритм. И под этот ритм, вот какие подошли у нас слоги рифма конструкции, те же сразу и были приняты как эталон. Я тебе скажу, что по настроению неплохо. По настроению неплохо, да. То есть есть какой-то вайб. Полностью ли вы погружаетесь? Пока нет. Пока есть чувство зажатости, определенного стеснения, возможно, работы с микрофоном, возможно, в целом вот этой все темы. То есть надо быть человеком, который вот про это поет. Если вам это по кайфу, если вы это чувствуете, если это ваша стезя, вы должны прям, ну, растворяться в этом. И убирать стесняшку касательно того, что это может выглядеть кринжово, как-то не так, плохо, это вот немного вот излишне, я кривляюсь, что я буду как еблан. Все это выключается моментально. Ты либо живешь вот в этом, как бы твой выбор, да, жить в этом или не жить в этом, тут вопросов нет, каждый сам выбирает, что ему делать. Но погружаться надо конкретно. Рик Мартинс, Рик Мартинс, это веб мы рядом, Глок, да-да-да, хочешь быть ближе, пиши, закину в блок, похуй нахуй, это вообще нахуй. Похуй нахуй, нахуй. Все твой гетто, ребята. Пацаны, вообще, ребят. У тебя руки холодные? Cold wings. Шея тяжелая, у тебя gold chain. Правильно? Yeah. Это неправильно думать, что я не год. У нее шея горит серебром. Она вечером же горит с табаком. Руку баленси tonight. Это высокий кутюр. Она не знает, кто я. Скоро буду наверху. Ну, ничего, бро, ничего. Да, есть, есть, короче. Какой-то свэк есть. Какой-то свэк есть, бро. Какой-то свычок есть в этом, да. Какой-то свекчок есть. От 1 до 10, чат, что вы думаете по этому поводу? От 1 до 10, NoType и Canvas. Насколько зашли вам, ребята? Сейчас мы оценим их работу. Поставим им определенные оценочки. Конечно же, 5 баллов за трендовость. Безусловный лидер трендовости на данный момент. Безусловно. Безусловно. Есть наушники за 300к. Есть, бро, за миллионы рублей наушники. Да. 300к это еще по-божески, да. Ну, я и брал дешевле. Не скажу, что прям очень сильно значительно, но прям нормально, да, там 180 или 150, что-то такое, короче. Меньше 200 точно, да. Сейчас просто они взлетели по цене за счет курса, за счет того, что сложно их достать. Какая-то ебнутая стоимость на них. Но это не самые дорогие наушники, близко, да. Такая тема. Слушай внимательно.
Структурка ничего. Да, интруха есть сразу. Такой, да, короче, совокупность плохого поца с Nine Mice'ом, да. И она делает твик. Мало работы с голосом, что касается звука. Может быть, можно было и докрутить до чего-то интересного. Прям очень много живого звука, да, прям не отработанного в стиле. Закрученного. Больше погружения. По харизме индивидуальности в районе пятерки. Если даже не меньше, бро. Вот здесь по погружению что-то. Реально, по погружению. Все вот эти и кривляния, все, так сказать, игрушечки голосом. Здесь поинтереснее, да? Оттяжечки есть определенные. Ничего. Чё-чё, ничего, да. Это Рики Мартинс, и под них есть чинс. Нам нужны лишь чинс. Тут погружение падает сразу. Здесь получше пошел. Угу. Вот отсюда пошел получше. Здесь слабо. Вот это ничего звучит, реально. То есть вот из ноутайпа самое живое — это припев. Вот это такое, вообще такое. Здесь как бы получше, да, и бро жрет мой, да, и мой бро жрет дик. Здесь как бы, да, завершение. Вроде норм. Сейчас посмотрим, что будет здесь, но это мы осуждаем или не осуждаем, в зависимости от того, с какой призмы смотреть, да, отвечая ли России. Сложный вопрос. Но, в общем, хозяин, как говорится, барин, да. Да я понял, бро, там либо джак, либо доут, либо еще что-то, доуп, что угодно, да. Мок, доуп, по идее, доуп сюда, джак сюда не подходит, да. Порошок, бог, мок, доуп, по идее, да, жрет доуп. Но, ты понял, да. А, у нас был рейд, как я понимаю, да. Спасибо большое. Мы просто монстров новошкольных разбираем. Страшных просто, имба. Выносящих все на своем пути. Чё, это бейт мой рядом блок. Я хочешь быть поближе, не пиши, закину в блок. Погонах, это щит нахуй. Все твои гетто, ребята. У тебя руки холодные, колбейн. Шея тяжелая, ведь у меня голдчейн. Правильно, это неправильно, думай то, что они голд. У нее шея горит серебро. Тоже лучше второе. Тоже значительно лучше вторая часть. Угу. Вторая половина куплета значительно лучше, чем вот это. Из плюсов здесь могу сказать, что идешь довольно уверенно по дикции. Идешь быстро, вывозишь дикцию, вывозишь ритм. Звучит норм. Да. Неплохо. Угу. Но вторые части куплетов у обоих значительно лучше. Накрываю ртом, мой бро жрёт. Да, всё норм. Всё по базе. Она не знает, кто я. Скоро будет наверху. Да, вот диктофон. Не знает, кто я. Скоро будет наверху. Скоро будет наверху. Скоро будет наверху. Вот самая сильная часть, вот это чоканье именно. Уверенно записал. Вот в целом самая топовая часть всей песни — это чоканье. Потом идут уже вторые парты двух куплетов. В целом песня сыроватая, безусловно. Чоканье в припевах где-то вот здесь. Вот по баллам, если смотреть, да, где-то здесь. Угу. Тем-тем-тем-тем-тек. Здесь. Тут
индивидуальности, может, не хватит, но здесь. Первые части куплетов вот тут находятся, у обоих. Вторые части куплетов где-то здесь. Вот как-то вот сюда нет, наверное. 5-6 баллов я готов поставить, да, наверное, ближе к пятерке все-таки. Ближе к пятерке по совокупности. Реализация стиля. Дикция нормально реализована. Свидос не лучшим образом. Более-менее громко стоите. По балансу самой капы ок. Эдлибы мало чем отличаются, да, от мейн капы. Голос тоже. Ну, свидос такой, типа, да, за 3 копейки. Либо за норм, но сведен очень странно, да. Сама по себе реализация. Ну, что-то спели, да, попали, в принципе, в свою задуманную ритмику. Структура ритмика хорошая. Хорошая. Все есть. Интруха есть. Оба отработали, дали разнообразие. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Припев не душный. В начале припевчик такой неполный, да, потом... Все ровно. Девятки нету, 8 баллов. Вдвоем отработали нормально. Абсолютно нормально. Клип область. Сегодня не будет, да. Сегодня не будет клипа. Да. Рифмы и образы. Ну, такое. Вообще, прям вот набор клишированного мусора. Я понимаю, что вам пока не о чем петь, и особого-то, в общем, это не надо, пока вы скилл не раскачаете, именно уверенность того, что в рамках этой музыки имеется в виду, потому что это не рынок, да, это не Мияги Эншпиль, это не чемодан, это все-таки звучание, это вайп, это флекс, это кач, это репрезент, это новый такой сложный звук, да, поэтому, но тем не менее, да, старайтесь какие-то вплетать хотя бы иногда интересные строчки, просто хотя бы что-то, за что вот может глаз зацепиться, да. Rock you Balenciaga tonight, ну, бро. Ну, ты понял, да. Думать, что я не год. Да, шея, серебро, табаком. На вечер мешаю грязь с табаком. Ну, как будто бы вот эта тривиальная строчка самая из того, что может. Gold Chains, Cold Veins, гетто, ребята, похуй нахуй. Хой, блок, глок, блок, бей, бро. Это жестко. Рик тоже, да. Это высокий кутюр, но не знаю, кто я, скоро буду наверху. Как будто вот первое попавшееся, что в голове у вас есть. Но пока пробуйте так, да. Чувствуйте структуру, ритм, накидывайте любую поеботу, которую вы флексите, да. Больше фристайлите. Вот врубили вы битос, зациклите луп там, я не знаю, на час. Пусть он играет, и вы флексите возле микрофона, и что в голову идет, накидывайте туда угарными строчками. Потом что-то интересное зацепите, какой-то творческий взрыв. Можете повторить или даже оставить этот кусок, который будет. Такое тоже может быть. Ну, на час ебанули инструментал, пусть играет, да, вот возле микрофона ходите, каждый накидывает, что считает нужным. Бам-бам-бам-бам-бам. Фристулы какие-то интересные, как антирифмоконструкция вылетит, да. Чувствовать будете тоже, да. Потому что когда надо тебе там в конкретную четверку встать, зачитать, да, и ты такой раз, готов, да, раз, два, три. И все, да, понимаешь, это совсем другая тема. А когда ты вот начинаешь, продолжаешь работать живо и активно, гораздо прикольнее. Гораздо интереснее. Вот так, да. Короче, пулапу на тонке, року юлансой, ну, баленсой, да, конечно же, и риком стреляю в GTA RP по опам, на шее холод. Да. Факты. Но пока. 4 балла. Даже в рамках флекс трека. Атмосфера 2 балла. Да, спасибо. Продюсер есть. Сейчас укажу, да. Спасибо. Ждем продолжения творчества. Для третьего трека погружение в стиль неплохое. Играете, дурачитесь. И самое главное, дикции работаете довольно уверенно. Как-то так.